Электромобили Кану нельзя будет купить. Молодая компания e-Velocity, основанная в Кане 2017 года тремя бывшими руководителями BMW из-за разногласий с компанией Faraday Future, в которой они к тому времени работали, сменила название и вчера представила новую модель своего бизнеса. Компания, которая теперь называется Кану, не планирует продавать свои электромобили в привычном смысле этого слова. Их можно будет приобретать в пользование, ежемесячно выплачивая абонентскую плату. Подписка может длиться несколько месяцев или несколько лет. Прервать ее и вернуть электромобиль можно будет в любой момент. Расценки пока неизвестны, но известно, что ежегодно также придется вносить фиксированную плату на организационные расходы, которая не возвращается в случае прекращения подписки. Первое время электромобили Кану будут рассчитаны на управление водителем, но в перспективе планируется переход к выпуску самоуправляемых моделей. Первая модель должна выйти в 2021 году. Она будет напоминать микроавтобус. Позже на той же платформе планируется выпустить еще три модели. Пока не ясно, кто будет фактически производить электромобили Кану. По данным источника, компания ведет переговоры с несколькими производителями в США и Китае.